справа надо. Дорогие друзья, к водной станции приближаются малые противолодочные корабли проекта 1124М «Альбатрос», МПК «Метель» и «Усть-Илимск», 165-й Сахалинской краснознаменной бригады кораблей охраны водного района. Кораблями командуют капитаны третьего ранга Андрей Манжусов и Александр Благодуров. Обнаружил подводную цель, которая классифицирована как подводная лодка противника. Командир дивизиона кораблей охраны водного района, капитан третьего ранга Антон Комаровский, принимает решение на применение реактивных глубинных бомб и торпед. Залп! Подводная лодка противника получила повреждения. Разведывательно-диверсионная группа готовится к высадке на борт корабля и осуществить захват экипажа. Поиск и наведение движения чего-нибудь такого, что не будет в таком же воздействии, что я уже в этом случае, 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 что я уже в
Украл трубу.
взяли, отпинали, а?